показываю вам внутренности. Дивимся на внутренности кролика. Прыгай сюда! Что у нас тут с печенкой? Надо идти в дом показывать, потому что тут, во-первых, и мухи, и уже ничего не видно сильно света солнца. Так, ребята, забыла я кролика. Это самец. Немецкий пестрый строкач. Немецкий великан, пестрый строкач. Немецкий пестрый называют и строкач. Так, и дивимся сейчас вот эти вот кишки. Выращиваю я кроликов для себя, не для продажи, не на мясо, не на будь-який молодняк. И сейчас я подивлюсь, вот это вот есть кишки. И по кишкам есть такие вот волдыри. Волдыри, волдыри, есть глисты, надо всегда дивиться. Кроликов я кормлю. Последнее время, ну, наверное, недели две кролики кушали у нас только один ячмень. То, что с огорода кукурузиня там и вявша трава. И плюс веточный корм. Плюс веточный корм. Так что жира на кролику немного. Запачкала вот в соломе. Плюс у нас идет полынь и ветки грецкого ореха сухие даются. Вода чиста, в корм, ну, недели 2-3, это только один ячмень. Так, дивимся, никаких противогельминтов не кололось кроликам, ни кокцидиостатикам не давалось. Кокцидиостатики давались перед вакцинацией. Як лапиум гем-2 и от миксоматоза. Вот. А кролика я кастрировала в 3 месяца, в 3 месяца, и десь 10 дней, и 3 месяца, 2 недели. Ну, сейчас заважим тушку кролика, вы побачите, яке мясо хороше збите от кастрированного кролика. Легені і печонка. Ось така от жолч. Печоночка вся чистенька-чистенька. Це мочовий. Десь як здорове курине яйцо, понятно, що жара, воду п'є. Це отакий от желудок у кролика. Так, це все стікає сюди в тачку, стелю солому, і кров все сюди стікає, даби в мене навіть ніде не кльокнули ні цеплята, ні кури, ні от цієї крові і не от цих внутрішностей. Так, як ми всі знаємо, що у нас як кури, як кролики, вони являються розносчиками кокциді. У нас же ж не лабораторія, ми ж не знаємо, є ли тут мікроби. Звісно, вони є, тому що кроліки содержаться у мене в напольному содержанні в вольєрах. Ну, а це селезенка, бачите? Ось така от селезеночка тоненька. Внутрішності можна закопати під дерево фруктове, ну, а можна в компостну кучу. В компостну кучу, даби не розтягнули ні коти, ні собаки, я зверху присиплю перепелиним пам'ятом. Оттуда вони запаха не почувствують, тому що перепелинний пам'ят дуже термоядерний. Так, ребята, запрятала я м'ясо, поки убралась сюди до цыплят в помещення, даби не утащили наші коти. Зараз оцього я цю тушку кролика помию, занесу в дом, помию и сейчас зважим, подивимся,
что у нас по факту получается. Сейчас мы старуем уже готовую тушку кролика. Вот что у нас получается по факту. Значит, эту тушку я сполоснула, помыла под проточной водой, дала ей стекти, поставила в целлофановый пакет и у два целлофановых пакета, потому что в одном он не вмещался. Вот. С той стороны надела, с той стороны, дабы мне в холодильнику ничего не запачкало. И цей кролик у меня в холодильнику, просто в холодильнику, находился двое суток. Из-за брака времени нема коли с ним разобраться, с этим королем. Так, значит, по итогу 3 килограмма мяса. Что хочу вам, ребята мои, сказать. Выращивала я яких гибридов. Это панон и французский баран. Также выращивала французских баранов. Но это тушечка, конечно, прилично. Ну, грамм 600-800 больше. Потому что французские барани у меня были в мясе 2200, 2400, 2600. Есть видео заранее, можете глянуть в плейлистах. Кролики мясных пород, там есть тушки, где мы были. По возрасту так же само. По возрасту это кролику, сейчас мы даже посчитаем, сколько это ему. По возрасту февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Даже почти уже 6 месяцев. И кроликов я самцов кастрирую у 3,5 месяца. Ну, мы дивимся там 3,5, 3 месяца и неделя, 3 месяца 10 дней, 3 месяца там 2 недели, 3 месяца 3 недели. В общем, дивимся по самих кроликах. Как только начинают они активно гонять, значит, все, мы начинаем их кастрировать. Так, что будем с этого кролика готовить? Сейчас я ее буду разбирать. Ну, есть видео, я вам показывала. В большей части я дуже люблю с кролика колбасу. Дуже люблю с кролика колбасу. Делала я и сыровяленую колбасу, делала и копчину, делала и на пару, делала и домашнюю такую, по-селянски, да, на противне в духовочке запекала. Делали по-разному. Сын мне каже: мама, я хочу, чтобы сделать, какие, господи, с картошечкой в стеклянной форме сделать. Ну, сейчас я ему так и приготовлю, запечу в стеклянной форме. Но ляжки у меня всегда уходят на фарш. Вот этот вот фартушок, тоже можно его использовать на рулетике, если есть несколько кроликов зарезанных. Он у нас в одном экземпляре забитый. Тут есть балычок, делала я сыровяленый, балычки тоже. Можно такие рубленые сделать, добавлять в колбасу. И также с балычка я делаю биточки, есть на YouTube-канале «Хитрушкин двор». Вот эти передние лопаточки, я их запекаю, ребрышки запекаю. Ребрышки прямо такие вот длинные, вот так разрезаю. С той стороны ставлю перец болгарский, помидоры и в духовочку запекаю. Можно лучок, а сверху потом уже можно, если любите, сыр твердый. Вот, костей, вот кости будут, эти косточки постные, на этих костях хорошо, от кролика постные кости, можно делать мясо костную, и это будет как в цыплятам, які виходять уже на взрослий корм, дабы вони постні, вони не жирні. От, цыплятам, перепелятам, це теж, це моя м'ясокосна, це моє перепроизводство м'ясокосне. Кості я отварю, бульйон вилью собакам, а косточки, раніше теж є відео, де я спросила оголосити мені, что можно сделать, вот, например, с хребтовой кости, куда ее можно пустить, вот эту вот хребтовую. Ну, можно супы, бульоны. Мы супы, бульоны не варим, мясні, они у нас чисто овощные. Ну, люди варят. Я не варю с костей, уже кости уходят на переработку птицы, а бульоны, у меня много котов, у меня есть собаки, так что им тоже надо чем-то задуривать кашу. Просили меня рассказать, чтобы я рассказала вам, как головы перерабатываю на мясо костную. Ну, это уже в следующих видео будет забой.
Здесь, наверное, через месяц. Ну, а так, есть видео, можете тоже глянуть в плейлистах комбикорма. Вот, можете глянуть, как Лена делала вот из голов тоже мясо костное. Предварительно это все надо отварить, измельчить молоточком, а потом пускать вместе с зерном в ДКУ, то есть в зернодробилку. Так, ну и что мы будем готовить? Я даже не знаю, возьму эту тушку сейчас на стол, буду дивиться, что из чего, но все равно ляшки, по-любому ляшки красавицы. У меня из французского барана, с двух ляшек я снимала мясо, у меня было 700 грамм. Вот, колбасы делали, ну, может, тоже сделаю колбаску, но для колбасы надо сало шпик. Вот сало шпик, это все идет рублене, это не мелене, все рубается, то есть... Ножиком, ножиком, ножиком получается рублене мясо. Ну все, друзья, спасибо вам за внимание. Це був кролик строкач от нашої ласки і от нашого боса. Це був цей малыш чорненький, який остався, вижив. У нього була надгризена лапка. Є відео у нас январське. Можете подивитися, як наша ласка поїдала своїх діток з 10-днівного возраста. І остановити ми могли це, коли... Кроликів осталось тільки два штуки, із них чорний самець і чорна самочка. Вот. І осталось дві штуки, як ми з нею, ну, це канібалізм, понятно. Кормили її вареними перепелиними яйцями, кормили її отварною салакою, давали їй апельсини шкурки, банани шкурки, все, що я їй тільки не давала. Давала їй комбікорм стартовий для перепілов. Но ласка наша осталась каннибалом. Я думаю, еще один шанс. Ну, третий шанс я ласки дам, если... А мне кажется, что это не прекратится. Но я трошки по-другому буду работать с ней. Если я поймаю этих кроленят, то есть она не скушает, потому что она предварительно вот была у нее у кот, и она скушала, оставив два штучки вообще надкушені. То есть лапки нема, а одному там тоже лапки, ушки, и головку половину взяла. Так что строкачи, хоть и есть мясо, кролики это немецкий пестрый великан, но я поняла, что вот таких вот в такой породе присутствует больше каннибализм. Каннибализм в этой породе. Также есть и у курей. Есть породы курей, в которых присутствует каннибализм, и ничего вы с этим не сделаете. Были у меня юрловские голосисты, и у них был, то есть у цыплят был повышенный каннибализм. Они раздалбливали с двух недель. От, до ужаса розривали друг друга, надо тоді уздечки куплять, очки куплять і так далі. Ну все, друзі, спасибо за внимание. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы опять побачить Ленині відео. А що ми будемо готувати з цього кролика? Наблюдайте. Я вам покажу в следующих відео. Всіх люблю, цілую. Пока-пока. С вами була ваша Хитрук Єлена.